Если праздник, жители Ленинского района всегда готовы. Целую площадь Народную отвели специально под такие традиционные гуляния. В Ленинском районе так заведено, что вот депутаты совместно с ТОСами проводят такие мероприятия. Так что, думаю, мероприятия пройдут очень хорошие в городе. Город, в принципе, готов. Сегодня я был в центре города, я просто его не узнал. Все красиво, все разрисовано, проезжая часть, все отремонтированы, все это сделано. Анатолий Суворов выступает соорганизатором праздника вместе с ТОСом 7-й год подряд. А традиции проводить такие мероприятия здесь уже около 20 лет. Жители сами выступают, устраивают конкурсы и дарят детям подарки. В этот раз особо повезло с погодой, так что все отдохнули, что называется, от души, уже продумывают концертные номера на следующий год. Андрей Дриер, Илья Халяпин. День с толком.